любопытная Ева. Всем привет, самые лучшие телезрители на свете, с вами любопытная Ева. Сегодня мы находимся на станции метро Москва, и сегодня мы проверим, какие же эрудированные люди находятся в метро. Поехали! Кто такой Карлсон? Карлсон — это сказочный персонаж. Винтажная машина или же Феррари? Винтажная машина. Посадить дерево или цветок? Дерево. Часы наручные или же с кукушкой? Наручные. Пылесосить или мыть посуду? Мыть посуду. Быстро или качественно? Качественно. Велосипед или же самокат? Велосипед. Ложка меда или же ложка дегтя? Лучше ложка меда. Сосед псих или же бабулечка? Без разницы, и то плохо. Кто такая бабайка? Бабайка — это то, кем пугают детей. Найти клад или же выиграть в лотерею? Найти клад. Уметь извиняться или же уметь прощать? Уметь прощать. Жить в лесу или же в горах? Жить в горах лучше. Быть младшим в семье или же старшим? Наверное, младшим. Пенка от молока или же комочки в каше? Ни то, ни другое. Не люблю. Кто такой Карлсон? Карлсон? Да. Персонаж из мультика? Сказочный персонаж из мультика «Малыш Карлсон». Винтажная машина или же Феррари? Феррари? Винтажная машина. Посадить дерево или же цветок? Цветок? Дерево. Часы наручные или же часы с кукушкой? Наручные. С кукушкой. Пылесосить или мыть посуду? Мыть посуду. Пылесосить. Я тоже люблю пылесосить. Быстро или же качественно? Качественно. Качественно. Отлично. Велосипед или самокат? Самокат. Велосипед. Ложка меда или же ложка дегтя? Меда. Меда. Сосед псих или же бабулечка? Бабулечка. Сосед псих. Кто такая бабайка? Персонаж, которым запугивают детей и родители. Страшная девушка, страшная бабушка. Страшная бабушка с острым носом. Ага. Найти клад или же выиграть в лотерею? Лотерея. Найти. Уметь извиняться или же уметь прощать? Прощать. Уметь извиняться. Жить в лесу или же в горах? В лесу. В лесу. Быть младшим в семье или же старшим? Младшим. Младшим. Пенка от молока или же комочки в каше? Пенка. Комочки в каше. Кто такой Карлсон? Это персонаж из мультика. Винтажная машина или же Феррари? Винтажная. Посадить дерево или цветок? Дерево. Часы наручные или же часы с кукушкой? С кукушкой. Пылесосить или мыть посуду? Пылесосить. Ты любишь делать дела быстро или же делать качественно? Быстро. Велосипед или самокат? Велосипед. Ложка меда или же ложка дегтя? Ложка дегтя. Сосед псих или же соседка-бабулечка? Никто. Кто такая бабайка? Это злая ведьма. Найти клад или же выиграть в лотерею? Найти клад. Уметь извиняться или же уметь прощать? Уметь извиняться. Жить в лесу или же в горах? В лесу. Быть младшей в семье или же старшей? Старшей. Пенка от молока либо же комочки в каше? Комочки в каше. Все, спасибо тебе огромное. Помните, что вчерашние мысли – это сегодняшние мы, а сегодняшние мысли – это завтрашние мы. Любите и будьте активными. С вами была любопытная Ева. Всем пока! Любопытная Ева.